что запас еще есть очень серьезный. А вот это гол, и это Валентин Пьянов, который подставляет свою клюшку и приносит победу Сибири. Граувац, бросок, опасно, добивание, гол. Гол из СКА выходит вперед, 3-2, и опять забрасывают лидеры. Но, правда, в этот раз не Кузьменко, а Никита Гусин. Галиев, гол! Отел, ускорение, отел, добивание, гол. Ого, Ефремов, бросок, и тут под Епольский, гол. 3-1. Игра серии четвертьфинала, но здесь бросок, и Шимон Грубец, и еще раз Грубец. Браво! Одна из лучших в истории лиги однозначно. Грицук дальний угол и забил.